противоречит законам Российской Федерации. Сейчас здесь будет полиция, здесь будут органы прокуратуры. И данная выставка должна быть закрыта. Мы просим суда. Такое изображение Христа нам глубоко оскорбляет. Чтобы здесь такого не должно быть. Сейчас был директор, чтобы была те, кому принадлежит сам выставочный комплекс. Сюда едет множество людей. И это должно быть прекращено. Здесь нарушается закон Российской Федерации, закончив веру. Страшное глумление над этим Христом, над Божьей Матерью, над Иоанном Предтечей. Это нарушение закона, нарушение уголовного кодекса. Мы вызываем, мы ждем суда. Мы уже вызвали сюда органы правопорядка, мы ждем суда директора. Где? Вот и будьте, идите к храм и молитесь, помогайте больным и голодным детям. Они весь мир создал Господь Бог. Он принадлежит ему и мне, как Христу. И не вам решать, как он выглядит. Не вам решать, как он выглядит. Я не позволю, Христа снова распинать. Эти люди снова распинают перед собой. Перед днем усыновление главы святого Иоанна Предтечи, целая экспозиция. Вот с таким вот глумлением. Целая экспозиция. Это святой Иоанн Креститель. Это что, нормально? Это голова. Богохульство! Позвоните, вы не можете позвонить. Нина, пойдем. Есть закон, вообще чуть верить, потому что давайте сейчас я буду вопросы задавать. Одной стороне, другой стороне хорошо. Мы не хотим, чтобы это было допустимо вообще в нашей стране. Хотим, чтобы полиция закрыла эту выставку.